Эй, а можно твой номер? Алло? Это Стейси с волейбола. Слушай, мне сейчас некогда. Даня, ты говори. Подумаешь, мы тут двойное убийство расследуем. Заткнись, я тебе перезвоню. Свидание? Да, именно. Чего бы ты хотела в жизни? О чем мечтаешь? Дом, собака, любимая женщина, которая любит меня. Я тоже. Одну секундочку. С однополыми отношениями такая путаница. Теперь ты моя содержанка. Что такое? Ерунда, просто растяжение. К врачу сходишь? Да. Основано на реальных событиях. Я детектив Лорел Хестер. Я 23 года работала на полицейское управление округа Оушен. У меня обнаружили рак легких 4-й стадии. Когда умирают мои гетеросексуальные коллеги, их пенсии переходят супругам. Но я живу с женщиной и лишена такого права. Я ни разу не просила особого отношения к себе. Я прошу лишь равноправия. Мы вам глубоко сочувствуем, но вынуждены отклонить вашу просьбу. Это вопиющая несправедливость. На следующее собрание приведем сотню активистов. Радикалы и незнакомцы из Нью-Йорка их ни в чем не убедят. Я не радикал, я еврей-гей, представитель среднего класса из Нью-Джерси. А ты, милый? Я белый коп-натурал, бывший протестант, а ныне атеист. Тебя устраивает, милый? Да, очень сексуально. В 2005-м... Я переживаю за Стейси. Она через многое прошла. И она такая юная. Я люблю тебя! Это нечестно. Это точно. Лорел Хестер показала миру. Я расскажу вам о нашем доме. Я хочу его сохранить, чтобы помнить о нашей любви. Что, любовь? Есть любовь? Если они согласятся, мои налоги пойдут ее девке. Да, твоя жена получит твою пенсию, если умрешь ты. Она моя жена! Если мы с тобой завтра поженимся, твои выплаты буду получать я. Это предложение? О, Господи. Джулианна Мур, Эллен Пейдж, Майкл Шеннон. Мы выбрали проигрышную позицию из-за личных убеждений. Это возможность изменить мир. Право на наследие. Самое главное для меня — справедливое отношение к той, кого я люблю. Скоро в кинотеатрах.